А эту песню я посвящаю всем своим друзьям. Друзьям из Казахстана, друзьям юности и детства. Я посвящаю песню эту Саше Геку. Я посвящаю Володе Сгурскому. Я посвящаю всем моим друзьям это Володе Раину. Конечно, забыл, дружок, ты уже меня. Давно ты не сообщал ничего о себе, не звонишь мне. Надо бы как-то нам с тобой схлестнуться, хотя бы поговорить немного. Володе Ваймеру большой, конечно, привет. Все, кто меня знает, все, кто меня слышит, я хочу, конечно, исполнить песню эту и для моих друзей. Это Гефель, Александр. Хочу исполнить песню для Пистера Андрея, для тех, кто любит эти песни, для тех, кто слушает всегда. Поэтому мы культуру еще в Казахстане немножко здесь поддерживаем на своем селе. Вот, конечно, село валится, но это виноваты производственники. Мы еще пока держим культуру на высшем уровне. Поэтому я хочу всем-всем вам пожелать здоровья, счастья и удачи. А песню сегодня исполню для вас «Белая лебедь». Себе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень. Thank you.
тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает падшую звезду. На том пруду, будто тебя я приведу.